Привет всем, вы на канале Дэдди Дарт, и это обзор магазин на... Так, какое 3 июля? Поехали. Забить. Так. Бля. Как обычно по нашей программе мы быстро посмотрим все скидки, а потом буду я обзорить. Ё-моё. Салют. Ого, нектарина. Боже мой. Хо-хо-хо, профессор Нектар, нектарный топор. Хо-хо-хо. О, карамель, карамель, карамель. Хо-хо-хо. Бионические отсекатели. Ну, вот такие уже скины. Бой с тенью. О, оставили Мару и гравитацию. Уху-ху-ху. Так, рассказываю. Я дурашка. Поехали. Первый. Капитан Америка. Давайте-ка посмотрим поближе. Опа. Вот, короче, как-то так он и выглядит. Не знаю, кому нравятся Мстители, думаю, оценят. Но здесь нету образа без его маски, что считается не очень так. Почему так не сделать? Не понимаю. Используйте щит Капитана Америка как украшение на спину или как кирку. Чё, реально? А, так вот почему тут два их, ёбаный. Щит Капитана Америки несокрушим, как и его воля входит в набор Мстителей. Ну, за 2000, я скажу вам. Ну, серьезно, кто любит Мстителей, оценит. Салют героям. За 300 V-баксов топовая эмоция. Угу. Круто выглядит. Профессор Нектар. Любимые скины, это вот когда начинается вот эта девка. Мне она очень в прошлый раз понравилась, все это знают, потому что тогда пошли куча тиктоков про нее. Ну, один, но очень качественный. Ну вот, просто посмотрите на нее вблизи. Там выглядит шикарно. Это один из моих любимых скинов, которые хочется прямо иметь в коллекции. Синие, классные градиенты. Правда, немного бледные, но тот ей бледный подходит. И еще красные глаза. Я могу приблизить вам глаза. Прям по максималочке. Вот так посмотреть на нее. Ну, вот как-то так. Мне она нравится. Так, кого еще? Карамель. Неплохой скин за 1200. Рассказываю почему. Во-первых, у нее звезда посередине меняет цвет. Видите? Да, заметили, да? А еще звезда сзади. По бокам. Но мой мечик мешает. И вот эта тоже звезда вроде меняет цвет. И смотрите, еще блестит ее голова. Короче, этот скин за 1200, он просто офигенный. Он дешевый, во-первых, так еще и такой клевый. Один из лучших скинов, по-моему, за 1200. Вот как-то так. Идем дальше. Бионически отсекать. Ну, не знаю, как вы смотрите на кирки по классности, но не знаю. Мне вроде нравится такой скин. Такая кирка. У нее есть черный, золотой, как бы на любой черно-золотой сет, который сейчас пойдут в продаже, как молчанка черно-золотой они хотят сделать. Я считаю, это вполне себе круто. Даже не думай, так себе. Тактика, так себе. Ужас. В ТикТок пойдет классный танец, очень классный. Бой с тенью? Ну, для любителя. Ну, это все был весь обзор. Теперь давайте посмотрим арты. Ебать, кто-то звонит. А я не могу ответить. Так, а вот и наши арты. Так, вообще, кто там так тарабанит?
от люка. Так. Поехали. Арты. И первый арт на сегодня. Ну, что-то есть аниме в нашем Fortnite, поэтому что-то бывает. Чтобы мои арты были более качественные, я сделаю так. Вот здесь. Здесь. Классные арты, очень классные арты. АСТП. Наверное, мои арты закончились. Не-не-не. Эти арты это обычные арты, это не арты даже. О, это арт классный. Мне очень сильно нравится. Отель на, типа, летающий отель, это круто. Да, реально закончились. Нет, что-то есть. О, Хэллоуин. Классно выглядит. У, ребятки. Скоро мне придется опять искать повсюду арты. Ладно, с вами был Dating Tart. Всего хорошего. И до скорых встреч.